Был человек хозяин дома, который насадил виноградник, и стеной его обнес, и выкопал в нем точило, и построил башню, и сдал его виноградарям и уехал. Когда же приблизилось время плодов, послал он своих рабов к виноградарям взять плоды свои. И взяли виноградари рабов его, кого прибили, кого убили, кого камнями побили. Снова послал он других рабов в большем числе, чем первых, и поступили с ними так же. В этой притче, на первый взгляд такой простой, присутствует множество образов, которые сложно понять без должного истолкования. Виноградник, ограда, точила, башня, виноградари. Пожалуй, только образ слуги, в котором можно узнать посланника небес, пророка, более-менее ясен. Такие отцы, как святитель Николай Сербский, блаженные Феофилакт Болгарский и Иероним Стридонский, склонны были видеть в образе виноградника иудейский народ. Однако в истолковании иных образов они разнились. Первые двое полагали, что оградой является закон, данный через Моисея, тогда как последний считал, что ограда или стена есть ангельские полчища, охраняющие Израиль. Под точилом святоотеческая мысль понимает жертвенник или алтарь, а также обетование о приходе Мессии, истинного спасителя человеческого рода. В образе башни мудрые богословы единодушно усматривают указания на ветхозаветный храм, а под виноградарями – учителей народа, фарисеев и книжников. Однако в экзегетической традиции существует и более таинственное толкование. По слову преподобного Иустина Поповича, виноградник – это весь мир. Владелец виноградника – Бог. В духовном отношении человеческий род – это виноград, огражденный ангелами. Все, что люди имеют в себе творческого, нетленного, бессмертного, им дано Богом, чтобы они это обрабатывали и умножали, принося многий плод. Притча о злых виноградарях находится в трех синоптических Евангелиях – Матфея, Марка и Луки. Ей Христос продолжает обличение фарисеев, которые кичились тем, что строили гробницы пророков и украшали памятники праведников, говоря: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Отчего же Божественный Учитель использует образ виноградника? Образ этот был очень понятен слушателям, как простым из них, так и сведущим в Священном Писании, каковыми являлись фарисеи. Издревле славилась виноградниками земля обетованная. В книге чисел рассказывается, как соглядатаи, посланные в Ханаан, принесли оттуда настолько большую виноградную кисть, что ее несли на шесте двое человек. В Христовы же времена множество виноградников было в Иудее и Галилее, а особенно славилось ими побережье в бывшей Филистимской земле, в районе Саронской долины. Виноград был сырьем для вина, которое добывали в специальных каменных углублениях – точилах. В центре работники чистыми ногами топтали виноград, а оттуда сок переливался в более глубокие отсеки точила, где им наполняли мехи для вина. Имелось в винограднике и башня – двухэтажное строение, на верхнем этаже которого стоял сторож, а на нижнем спали сезонные рабочие. Богатые землевладельцы могли поручить виноградник арендаторам и уехать за границу. Образ виноградника нередко использовался и в Священном Писании. Псалмопевец молился, подразумевая под виноградом Израиль. «Виноград из Египта ты перенес, изгнал народы и насадил его». И в книге пророка Иеремии можно прочитать сетование Господа о своем народе. «Множество пастухов испортили мой виноградник». Но ближе всего к словам Христовым была плачевная песнь пророка Исаии. «Воспою возлюбленному моему
«Песнь возлюбленного моего о винограднике его». У возлюбленного моего был виноградник на вершине уточненной горы, и он обнес его оградою, и очистил его от камней, и насадил в нем отборные виноградные лозы, и построил башню посреди его, и выкопал в нем точило, и ожидал, что он принесет добрые грозды, а он принес дикие ягоды». Книга пророка Исаии, глава 5, стихи 1-2. Уже с первых слов Иисуса фарисеи должны были вспомнить песнь Исаии и понять, что хозяин виноградника – это Бог. Но притча Иисуса отличается от песни Исаии тем, что в ней присутствовали новые лица – арендаторы виноградника. Учителя Израиля не могли не понять, что эта притча о них, а не об их пастве. Хозяин посылает слуг. Совершенно очевидно, что под ними имеются в виду пророки, ведь в самом Ветхозаветном Писании сказано: «И посылал к ним Господь Бог отцов их, посланников своих от раннего утра, потому что он жалел свой народ и свое жилище. Но они издевались над посланными от Бога и пренебрегали словами его, и ругались над пророками его». Вторая книга Паралипоменон, глава 36, стихи 15-16. «Еще против Моисея Законодателя израильтяне бунтовали и покушались на его жизнь. Так же случалось и в поздние времена, когда Господь посылал пророков напомнить о верности закону Моисея. В Северном царстве, уклонившимся в идолопоклонство, гонения на пророков были частыми. Первый царь Иеровоам хотел схватить человека Божия, обличившего поклонение золотому тельцу, но его рука одеревенела. Нечестивая Иезавель погубила великое множество пророков и покушалась напасть на Илию. Ахав заточил в темницу пророка Михея, сына Иемвлая, только за то, что он предупреждал, что поход на Рамов-Галаадский окончится поражением. Иорам, царь израильский, поклялся убить пророка Елисея без вины, но не смог этого исполнить. Во времена Иеровоама II идольский жрец Амасия донес царю на пророка Амоса, и тогда пророк предрек его роду наказание. По преданию, после этого он с сыном Азией избили пророка так, что через несколько дней он скончался от удара дубиной по голове. Но и в Южном царстве, где стоял храм Господень, случались гонения. Когда Ананий прозорливец обличил царя Асу в недостатке упования на Господа, тот, разгневавшись, заключил его в темницу. Тем более гнали пророков по пришествии в Иудею идолопоклонства. Когда Дух Божий вещал через Захарию, сына Иодая, отступники во главе с царем Иоасом побили его камнями во дворе Дома Господня. Нечестивый царь Манассия переполнил Иерусалим пророческой кровью. В числе убитых был величайший пророк Исаия, которого по древнейшему преданию распилили пополам деревянной пилой. Перед самым падением Иудеи беззакония в ней увеличились чрезвычайно, и все пророки сталкивались с враждой, унижениями, заключением в темницу, покушениями на убийство. Много скорбей претерпел пророк Иеремия. Его убийство замышляли жители родного города. Князья и первосвященники народа хотели судить его и предать смерти. Лишь при заступничестве верующих он был оправдан. Позже Иеремию обвинили в подрыве боевого духа народа и бросили в ров, где он завяз в грязи. Наконец, окончательно озлобившиеся иудеи побили страдальца Божия камнями, когда уже большинство его пророчеств сбылись. Современник Иеремии, Иезекииль, тоже претерпел немало скорбей от своего народа. Господь сравнил его противников со скорпионами, стерниями и волчцами. Убил пророка иудейский старейшина, разорвав конями, за то, что он увещевал пленных иудеев не поклоняться вавилонским идолам. В те же времена по приказу царя Иоакима
был убит пророк Урия. Последним из ветхозаветных пророков в этой цепочке злодеяний стал Иоанн Креститель, которого Ирод Антипа заточил в крепость Махерон и по наущению Иродиады обезглавил. Первым же убитым новозаветным пророком был Господь наш Иисус Христос. Но и в тех случаях, когда пророки не подвергались покушениям на убийство, у любого из них были недоброжелатели, так что ни один из прозорливцев Божиих не провел беззаботную жизнь. Таковы слуги, которых злые виноградари предали жестокой расправе. Но как отреагировал на это хозяин? Ведь бесчестие, нанесенное его посланникам, по понятиям того времени было бесчестием, нанесенным ему лично. Он не стал карать немедленно злых арендаторов, но послал новых слуг. Это немыслимое для человека поведение изображает Божие долготерпение. Много пророков было убито при царе Манассии, но Господь послал иных, более многочисленных, которые взывали к покаянию еще сильнее. Только крайняя нераскаянность народа повлекла вавилонский плен. Слыша эту притчу, да не скажем, подобно фарисеям, что мы бы не поступили с пророками злонамеренно, но будем испытывать себя, верили ли мы. И если мы в вере, то допомним, что не только пророки, но и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе гонимы будут. Внеси свой вклад, подпишись, оцени и поделись этим видео.